Привет, друзья! Журналист Алексей Егоров рассказал про российскую антиматериальную винтовку Orsis 12.7, пробивающую стены. Пятизарядная винтовка Orsis 12.7 компании «Промтехнология» рассчитана на патрон НАТО 12.7 на 99 мм и российский более мощный патрон 12.7 на 108 мм. Винтовка оснащена планкой Picatinny. Эффективная дальность стрельбы винтовки до 2600 метров. Вес 12,4 кг. Кучная стрельбы – 1 угловая минута. Говоря по-простому, из винтовки можно на дистанции 100 метров попадать в круг диаметром 2,9 сантиметра. Винтовка способна на дальности 1,5 километра гарантированно пробивать двойные кирпичные стены. Стоит отметить, что стрельба из винтовок калибром 12,7 вредна для здоровья. Мозг получает микросотрясение, может отслаиваться сетчатка глаза. Пробивную силу винтовки проверили на кирпичной стене, бронестекле в 5 сантиметров и бронежилете 6 класса защиты. Энергетику патронов калибром 12,7 мм можно оценить в конце видео на примере дыры в бруске мыла, который имитирует человеческое тело. Калибром 12,7 вот входное отверстие, да, то есть полностью влезает рука. Это к вопросу о том, какая энергетика у этого патрона. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.